Так, представьтесь, кто вы? Майор Головенский Алексей Сергеевич. Дата на ролике. 22.02.90. Посада. Посада не должность. Командир звена. Распространены очередные кадры, где военные силы Украины взяли в плен пилотов оккупационных сил России. Номер части. 59882. Вы слегка чистый. Не понял. Какая часть? Какая часть? Это авиационная часть. Где Крым. Где находится? Место дислокации. Крым. Город. Саки. Помнишь, город Саки, да? Город Саки. Так, какая у вас была задача? Разведка. Полностью разведка как? Это местная. Воздушная разведка, вот так и называется. Так, другой капитан, представьтесь. Козлов Алексей Игоревич. Голоснейший. Козлов Алексей Игоревич. Это на родине. 2.03.88. Посада, должность. Штурман звена. Штурман? Звена. Номер части. 59882. Место дислокации части. Саки. Откуда родом? Смоленск. Город Смоленск. Где проживает? Прописка. Крым. Прописка, адрес? Адрес, город Симферополь. Адрес. Улица, дом, квартира. Улица Кичкемецкая. Дом 97, квартира 56. Какая задача была у вас? Разведка. Надо на объектах. Стоять в зоне ожидания. Сколько вылетов вы изъяснили с 24 лютого, 22 года? Три-четыре. По каким местам працювали украинцы? По морю. Разведка. Бомб? Разведка в море. Сколько вы скидывали бомб, сколько забомбили городов? Бомбы не кидали. Истребители ходили на крышу и на разведку. Майор, ты? Так точно. Мы один экипаж. У нас задача морская разведка.